Привет всем! В данном видео разберемся, как при помощи сервиса Сбербанк Онлайн подтвердить свою учетную запись на портале госуслуги через сайт и приложение Сбербанка. Подтверждение через Сбербанк Онлайн. Зайдите в сервис Сбербанк Онлайн. Ссылка на вход в закрепленном комментарии. В верхнем горизонтальном меню перейдите в каталог. Пролистайте страницу вниз. И в блоке «Услуги» выберите «Регистрация на госуслугах» «Онлайн по Сбер-ID». Ознакомьтесь со схемой и внизу выберите «Подтвердить учетную запись». Если вы еще не зарегистрированы на госуслугах, то выберите вариант «Зарегистрироваться». Вам необходимо проверить представленную информацию и ввести свой СНИЛС, то есть страховой номер индивидуального лицевого счета. Состоит он из 11 цифр. Нажмите на «Продолжить». Сбербанк найдет ваш профиль на госуслугах и сверит данные. Если все совпадет, то учетная запись будет подтверждена. Теперь вы можете перейти на госуслуги и убедиться в том, что статус вашей учетной записи изменился. В процессе портал госуслуги может запросить ваше согласие на отправку запроса в некоторые государственные ведомства на получение, хранение и обновление ваших данных в личном кабинете. Подтверждение через приложение Сбербанк. Зайдите в мобильное приложение Сбербанк. В правом нижнем углу выберите «Каталог». Пролистайте страницу вниз. И в блоке «Услуги» выберите «Регистрация на госуслугах онлайн». Так как я уже подтвердил свою учетную запись предыдущим способом, то в этом будем опираться на инструкцию от Сбербанка. Хотя, по сути, здесь все то же самое, так как это один и тот же сервис в разных оболочках. Укажите СНИЛС и проверьте данные паспорта. Если вы регистрируетесь, то вы получите СМС от госуслуг. Отправьте код подтверждения в ответном бесплатном СМС. Затем вы получите пароль для входа на госуслуги. Если вы не регистрируетесь, а подтверждаете свою учетную запись, то дождитесь проверки документов. Надеюсь, что у вас все получилось, и вы без проблем подтвердили свою учетную запись на портале госуслуги. И теперь можете пользоваться всеми доступными сервисами онлайн. А на этом у меня все. Буду признателен, если оцените данное видео.